1958 год, июль. В центре Красноярска, возле площади Революции, начинается масштабное строительство самой крупной библиотеки в крае. Возводить главный корпус было решено рядом с административным зданием комбината «Красноярск-Лес», выходящего северным фасадом на проспект Мира, 93. Авторами проекта стали Василий Климушин и Евгений Зубковский. В итоге здание выполнили в стиле советского неоклассицизма. Вот колонны наверху украшены, но оно несколько стилизованное. То есть вот эти коринфские колонны, они должны быть более пышными такими. Здесь они такие несколько сжатые. Тем не менее, это коринфские колонны, портик. Выдающаяся часть здания – это тоже из Древней Греции. То есть тогда портики имели такое не только украшательское предназначение, но сугубо практическое. В середине 20 века, чтобы взять книгу в библиотеке, нужно было прождать в очереди около 30 минут. Самые редкие экземпляры хранились в закрытом фонде. Там сейчас тоже книги, но наиболее спрашиваемая литература, та, которая у читателя на спросе, скажем так, каждый день, да? Наиболее новая литература, она вся на открытом доступе. А здесь литература уже старых лет издания. К книгам читатели всегда относились с уважением. Из-за этого последние 5 лет в библиотеке полностью поменялась система доступа. Мы перешли на такую систему обслуживания читателей. У нас в конце есть вот такая меточка, такой верфидик. Вот я эту книжку могу по библиотеке, по любому залу носить. Из библиотеки вынести не могу. Она у меня сработает на выходе. Да? То есть, с одной стороны, мы это даем возможность читателю книжку взять на открытом доступе, а с другой стороны, ее сохранить. Капитальный ремонт в библиотеке проходил частями. Однако есть в книгохранилище элементы интерьера, не тронутые временем. Например, эти дубовые перила сохранились с самого основания. Или это оригинальная лепнина, украшающая потолок. Элементы молчаливо присутствуют и при чтении, и при обучении посетителей. В утонченно украшенных залах проходят занятия и читаются лекции. Лекции, в общем-то, о Красноярском крае, о том, ну, о Кузнецове, о Степанове, об образовании нашего Красноярского края. Ну, в общем, темы разные, вот, и очень интересные. Сегодня на полках краевой библиотеки находится 4 миллиона 73 тысячи книг. Около 700 человек ежедневно приходят на занятия или за любимым литературным экземпляром. И под стать редким изданием – оригинальное оформление, что отмечают и жители края, и гости со всего мира, приезжающие на важные конференции. Самую большую библиотеку нашего региона изучали Татьяна Рябова и Константин Шубкин.